Христая, Христа, прощая, так простая, Лора, Анандалила, Майя, Викахай, Хей, Мамадивистави, Сундрай, Тасмай, Махапри, Марасапрадай, Читанья, Чандрай, Намур, Читанья, Чандрай, Намур, Читанья, Чандрай, Намур, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. By the causes mercy of Sri Guru Gauranga, now we come to the 11th day of the discussion of Sri Rasa Pandit Day, of Grantharaj Srimad Bhagavatam. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы приступаем к слушанию 11 лекции по циклу Раса Лила и Шримад Бхагаватам. It's 10. Before this night of the Shardiya Rasa Purnima, Sri Krishna and Bhakti Gopis, they experience very intense and ever-increasing purvaraga, that means attachment prior to meeting intimately. До того, как наступила эта ночь, Шарад Пурнимы, Кришна и Гопи испытывали состояние ранних этапов влюбленности, пурварагу. Sri Krishna, one day, he was walking in the forest. Однажды Кришна гулял по лесу. And he saw that all the tamal trees in the forest were smeared with kumkum. И он заметил, что все деревья тамал в лесу были покрыты косметикой красной, кумкумой. So from this he could understand the something of the intense purvaraga of Brajagopis. И он догадался, увидев вот эту кумкуму на деревьях тамал, он догадался о интенсивности влюбленности в Раджа-гопи, о их пурвараге. He was wandering in the forest and he came across two Pulindi girls. Кришна шел по лесу и повстречал двух девочек Пулинди. Mali and Bringi. Mali и Bringi. They are the ones who have been described. Purna Pulinda Urugaya Patabjiraga, Sri Kumkumaina Daritastana Mandidaina, Tadashanaspara Rujatana Rushidaina, Limpanta Anana Kucheshu Jostadhajim. They had taken the kumkum from the grass which had come from the feet of Krishna. Эти те самые две девочки-аборигенки, которые описаны в этом известном стихе о том, как однажды, найдя на траве следы стоп Кришны, то есть с которых осыпалась кумкума, красная косметика, они собрали эту пыльцу. And by smearing that on their face and their bodies, their pain of caused by Cupid was completely relieved. И стали умощать этой косметикой свое тело. Они втирали его в тело, и от прикосновения этой кумкумы все вот эти атаки их страшных желаний утихли, то есть все их желания были исполнены. So by chance Krishna met with them. И случайно в этот день Кришна повстречался с ними в лесу. And they said, oh, why are you treating Radhika like your flute? И они сказали ему, ты почему так обходишься с Радикой, как со своей флейтой? Then Krishna was wondering, what do they mean? Кришна задумался о значении их слов, что они имеют в виду. Then by the inspiration of Yogamaya, he heard the Akashvani Devatas in the sky. И вдруг, так по воле Йогамаи, он услышал небесный голос, Акашавани, голос Деват с небес. To make a flute, first the bamboo has to become completely dried out inside. Они пояснили его, чтобы сделать флейту из бамбука, вначале нужно сделать этот бамбук полым, все изнутри, всю мякоть изгнать. And then with the hot iron, there has to be 5 holes. И раскаленным металлом нужно прожечь 5 дырочек в этом бамбуке. So in the same way,
Radhika is in so much separation from you and pierced by five arrows of Kamadeva. Radhika находится в сильной разлуке с тобой, пронзённая пятью стрелами Камадева. So Krishna was realizing that the situation of the separation of Radhika and Braj Gopis from him was becoming very critical. Кришна начинал понимать, насколько критичной уже была ситуация с состояниями Враджа Гопи, что их разлука с ним просто убивала их. Krishna wandered further into the forest, and there he saw that someone had written a message in kumkum on a tamal leaf. Он пошел дальше вглубь леса, и там он нашел записку, написанную кумкумой на листике дерева тамал. Krishna looked and began to read it. Он стал читать эту записку. The message said that, oh, day and night I'm remembering the beauty of your form. Днем и ночью напролет я думаю о красоте твоей формы. And everywhere I look, I see your Shyamakanti. Куда бы я ни посмотрела, dark, rain cloud-like, the luster everywhere. Куда бы я ни посмотрела, повсюду я вижу твою Шьямаканти, твою синеватую ауру. So I have attained Krishna Mayata, but I have not attained Krishnata. И я уже достигла Кришна Майяты, но я все еще жажду обрести Кришнату. Krishna Mayata means the quality of love is so intense that wherever you look, inside and outside, one sees only Krishna. Кришна Майята — это состояние такой интенсивной любви, что куда бы преданный ни посмотрел, он внутри и снаружи видит повсюду Кришну только. But Krishnata means to feel fully oneness with Krishna. Но Кришна — это уже состояние полного единства с Кришной. So when see Krishna read this message on the tamal leaf, he thought, this must have been written by the daughter of Vrishabhanu Maharaj. И когда Кришна прочел эту записку, написанную кумкумой на листике тамала, он тут же догадался, это наверняка написано дочкой Вришабхану Махараджа. So then he understood, oh, I cannot delay. И он понял, что нельзя больше откладывать встречу. And on this full moon night of the Sharad season. И в эту ночь полнолуния Шарад Пурнимы. In the evening time, Krishna retired to his room. Ночью, вечером Кришна уединился в своей спальне. And he told his friends, oh, I don't want that anyone should disturb me. Please, you guard outside my door. И сказал: я хочу спокойно выспаться. Стойте у дверей, не пускайте никого, чтобы меня вообще никто не тревожил. And keeping some friends protecting his door, Krishna left in another by another exit. И Кришна усадил мальчиков сторожить свою дверь, вход в свою спальню, а сам ускользнул, выбежал из дома через другой выход. He traveled out through the forest and came on the bank of Jamuna. И постепенно через лес он добрался до берега Ямуны. And then, seeing the reddish color of the moon, he began to remember the face of Radhika. И увидев красную луну, Кришна припомнил прекрасный лик Шримати Радики. So previously he had been playing his flute every day. Еще до этого он играл на флейте каждый день. And sometimes, by his flute playing, he was charming the peacocks. То есть иногда флейтой он завораживал, с игрой на флейте завораживал павлинов. Govinda Veena Manamatta Mayuranitam Prakshatri Sangha Vartanya Samasta Sattva. Sometimes he was playing his flute and charming the cows. Иногда он очаровывал коров с игрой на флейте. Gavastra Krishna Mukhanirgata Veena Gita. Sometimes he was playing his flute and charming the Jamuna. Иногда он завораживал Ямуну игрой на флейте. Надьяста Датру Кудхари Макунда Гита Авата Лакшита Ванобава Барна Вега. In this way, Krishna had been doing target practice. То есть он практиковал попадание в мишень. То есть каждый день он тренировался. But today, now he practiced to become an expert. Today his target was Shrimati Radharani. Но сегодня уже его мишенью стало сердце Шримати Радарани в эту ночь Шарада Пурнима. So before he was not playing the ragas of Sringarasa. До этого он не играл мелодии Шрингараса, романтической любви. But now he began to play in Panchamarag. Но сегодня он решил сыграть в Панчамараге. So Panchamarag is especially for awakening the feelings of Madhurasa. Панчамарага — эта мелодия предназначена для пробуждения чувств любви. In this raga, Rishabh and Daivatar Varjit Swara.
That means the re, rishabh, re, gamapadha, dha, dhaiva. These two notes are forbidden in this raga. И вот нельзя использовать ноты ре и да в этой мелодии в этой раге. So in the same way, as an archer, he puts his arrow on the bow and he focuses his mind exclusively on the targets. Подобно тому, как охотник натягивает тетиву лука, прикладывает стрелу, и полностью он сфокусирован на мишени, в которую он хочет, в которую он целится. So see, Krishna focused his heart completely on the lotus face of Radhika, and with the hair standing on end and tears flowing from his eyes, he placed his lute to his lips and began to play Panchama. И как охотник сердец Кришна со слезами на глазах, с дрожью в теле, испытывая сатвика бхавы, он сфокусировался полностью, зафиксировал в сердце и уме облик лица Шримати Радики и поднес флейту к устам и заиграл Панчамарагу. And because all Brajagopis, they are the kaya pure rupa of Radhika, though he was calling Radhika, but all heard their names being called also, and whatever they were doing, they dropped and ran to meet with Krishna. Кришна призывал Радику, но так как все гопи являются кая вьюхой, проявлением Шримати Радики, каждая из них расслышала свое имя в его зове, и каждая гопи бросила, чем бы она ни занималась, и побежала в лес к Кришне. So we have arrived at this point. I request our very dear Sri Achyutabhata Goswami Maharaj to continue. И с этого момента я попрошу Ачюта-Лалбатаджи Махараджа продолжить повествование этой удивительной лилы. Булавандаван Бихари Лали Ки Джай Шри Радха Шам Сундар Дев Джу Ки Джай Шри Мат Бхагват Махапурани Ки Джай Шри Нитай Гаур Хари Хари Бо Говинда Джай Джай Гопал Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Пивати Вишвасаргависаргади Навлакшан лакшатам Шри Кушнакшам Парамдхам Джагаддхам Намамитат Курдиясья Пренанея Правартиту Амбаратам Коти Тасья Харехе Падкамлам Банде Шри Чайтанде Девасья Вандехам Шри Гуру Шри Падкамлам Шри Гуру Вайшнаванишча Шри Упам Сакраджатам Сахагана Рагунатхан Витамтам Садживам Садвайтам Савдхутам Парьядасайтам Шри Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Ланта Шри Вишахан Витанишча Агьяна Тимирандхасси Гьяна Аньяна Шалакея Чакшурумилитам Йено Тасмай Шри Гурве Нама Вандехам Шри Гуру Тасмай Шри Гурве Нама Дивья Бриндаранья Калпатрамадха Шримад Ратнагара Ратта Сумхасарастхау Шримад Радха Шрилу Говинда Девау Приштали Хусебья Манам Смарами
श्रीमान रास रसारम्भी वंशीवत तटस्थिता कर्षन वेणुस्वनय गोपी गोपीनाथ श्रियोस्तुम नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनयित दयावलोक, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदास, श्रीजीव मे कृपमन्द मते दयान्तरा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र दत्त सन्नीतो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड पुराण राज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण इन राज पंचाध्याय श्री कृष्ण रीच्ड ऑन द बैंक ऑफ श्री यमुना जी एंड देयर ही स्टार्टेड प्ले फ्लूट। Вся слава непревзойденная Шри Шримад Бхагаватам Махапурани, которая является звуковой инкарнацией Шри Кришны. Итак, Шарад Пурниму Кришна дошел до берега Ямуны и там заиграл на флейте. Brij Gopikagan heard the Geet that has a special quality that was described previously. So they heard that Geet. Brij Gopik, они услышали Гиту, вот эту мелодию Кришны, его зов в лес. Вчера обсуждали, что такое Гита. The Geet was Anandavardhan. Ananda Vardhanam Gita. That means it was increased by the cupid that was in the heart of Sri Brijgopika. И это усилило влияние Купидона, который к тому времени уже заправлял сердцами в Раджагопи. So Anangena Vardhitam. That means that was increased by Ananda. Ananda means Ananda. The cupid. Ананга Купидон, он как усилил свое влияние на сердца в Раджа-гопи. Ананга is a very expressed form of the Cupid. Ананга – это олицетворенный Купидон, Камадев. Прем чу кахият ман хурати. काम कहत रतिरंग अंग अंग व्यापत रहे तापो कहत अनंग। Somebody has expressed the subtlety of it, subtlety of it, that the love that is in heart and it is resting in heart but not very much expressing, that is called prem. प्रेम जो कहिए मन करति वो है वे लाइट स्लाइट स्फुरण स्लाइट ब्लूमिंग दैट इज कॉल्ड प्रेम। Один поэт объяснил тонкости различий любви. Он сказал, любовь, которая дремлет в сердце, которая живет в сердце, но мало проявляет себя, эта любовь называется према. But why it is expressed in the limbs, by limbs? That is called kam. Но если эта любовь уже проявляется телом, то эта любовь называется кама. In Brijlila, выражается телом. Prem and kam both are the similar. They have the similar meaning. В любви в Раджа-гопи кама и према это синонимы в контексте лил Кришны и Гопи. Because in Bhakti Rasamrita Sindhu, in Ujjalamali, it is called, said that Premaiva Goparamanam Kama Itya Namat Pratham. Prem and Kama both are synonymous.
Пуджвала Ниламани Рупа Госвами Пада объясняет, что в контекстах Лилы Кришны према и кама это синонимы. But prema is the preliminary position and kama is its expressing position. То есть кама это внешнее проявление премы. And anga-anga vyapata rahe tapo pahat ananda. While that kama, that expression is manifested and that is being very much clear by every anga, every limb that will be called ananda. Ананга это когда эта любовь проявляется всеми конечностями тела, то тогда вот эта кама называется ананга. So that is the most expressing position, manifesting position. Это предел проявления любви, то есть когда это уже на уровне всех конечностей проявляется эта любовь. So that music of Sri Banshi was ananga bardhanam. It is being coming out of ananda and it is motivating the ananda also. То есть вот это вамсинад, звук флейты, мелодия флейты Кришны, она была ананга варданам, то есть она была порождена анангой и вызывала вот это состояние ананги в раджагопи. То анангейн вардитам и анангасси варданам. Both meaning can be found that it is increasing to ananga or it is increased by ananga, both things. То есть вот эта мелодия вызвана анангой и она усиливает состояние ананги. Vrijasriya Krishnihi Grihita Mansa. Then Shri Vrij Gopikaga rushed there. Bhyad Vrijasriya. Браджа Стри, девушки Браджа бросились бежать в лес Кришне. The meaning of bridge is the going, moving. They are not a household wife only. They are such the ladies who was going from home to the wood, home to the forest. And from forest to home. Браджа стрия, браджа, этимология означает двигаться, передвигаться. То есть это не домохозяйки, которые все время сидят дома, а браджа стрия это девушки, которые все время передвигаются. Они выходят из дома, идут в лес, из леса возвращаются домой, потом обратно в лес. Or braja stri means who always moves in groups. Так. So they are called braja stri. Браджа стрия это также девушки, которые всегда перемещаются группой. Это еще одно значение браджастри. The third meaning of braджастри is who have the so many ideas and so many emotions in their heart. So they are the group of emotions in their heart. So they are браджастри. Третье значение браджастри это девушки, чьи сердца переполнены эмоциями и желаниями. Because in Шрингарас every ras is resting in Шрингарас. And Шрингараса is dominating every rasa. Шрингараса является адирасой. Она содержит в себе элементы, эмоциональные компоненты всех других рас. So, Браджастри have the three meanings. First meaning is they are always moving. The second meaning is they are moving in groups. And the third meaning is they have a group of emotions. То есть три значения в раджастри это девушки, которые перемещаются все время движутся в движении, то есть они из дома идут в лес и из леса домой. Второе значение, что они перемещаются группами. И третье значение, что у них множество желаний и эмоций в сердце, целая группа эмоций в сердце. So as they saw that their heart is stolen by a very main pupil of Shri Krishna. Krishna is a gangster, gang master, and he has sent his very perfect pupil, Shishya, to steal the heart of Vrij Gopikaga. And as soon as that Virunath
came in bridge and he stole the heart of Sri Brij Gopikakar. Then they all Brij Gopikakar rushed to Sri Krishna. И как мы вчера слышали, Кришна, будучи главарем банды воров, он послал своего самого опытного помощника, свою правую руку, Венунада, звук своей флейты, украсть сердца гопи. И Венунад проник во врач и забрался в сердца гопи, похитил все их гуны и вернулся к Кришне и отдал ему сердца гопи. Гопи, поняв, что их обворовали, они бросились догонять Венунад, звук флейты Кришны. Shri Krishna has taken their heart as if mantra in his fist. И Кришна уже держал в своих руках сердца гопи. So Krishna grihita manasa. Shri Krishna has caught. Grihita manasa. Krishna has caught in their heart. Krishna caught their heart in their fist. То есть Кришна уже держал, он словил их сердца в ладонь. So Brajastriya Krishna Gita Mansa Ajatma Anyun Nevlakshat Udyama. They came there. Ajatma. Gopi прибежали к тому месту, где находился Кришна. The Ajatma of this world is very much important because it shows that Gopikagan is coming here. That means Shukdevji is already present. Before the Brij Gopika reached at the bank of Sri Yamuna, Sri Shuk Manjari, Shuk Dasi, previously rushed and she saw there that their masters, Sri Brij Gopika, their Swamini, Sri Brij Gopika, are coming there. So, Ajatma means Sri Shukdevji is not describing that Gopi went. He's describing that Gopi is coming, not went. Очень важный момент, тут нюанс, что тут сказано, Гопи прибежали, пришли. То есть Шукадев Госвами описывает, он видит, как они приходят, то есть в своей манджари форме он уже там, до прихода Саки. И поэтому, потому что если Сука Манджари была с Гопи, то он сказал, Гопи побежали, но так как он уже... Она свидетельница того, что они появляются рядом с Кришной, это указывает на то, что уже эта манджари была там до появления гопи. So, that means Shukdevji is seeing this position of gopis, this intense of gopis directly. So he is saying, Ajatma, oh, these gopis are coming here. То есть Шукадев Госвами в своей рупе манджари уже видит, как гопи прибежали, прибегают к Кришне. Though they are Brajastriya, they always move in groups, but now they are not moving in group. They are going moving alone. Обычно они в Брадже-Стрии, они перемещаются группами, но в этот момент они все прибежали по одной. Without caring this, that anybody is accompanying her or not. She was just rushing to from where the Venunad was coming. В этот момент ни одна гопи уже не задумывалась, идут с ней подруги или не идут. Никто никого не ждал. Каждая просто стремглаво бросилась вслед за Венунадом. Normally, anyone never looks at them. Always they wait to each other. Oh, you come, and you will go. Combined it. But now they were so having so much intense that they was rushing without caring any other person. Обычно гопи всегда поджидали друг друга, подружки. Брадже гопи всегда дожидались, когда остальные соберутся, и вместе группой они куда-то шли. Но сейчас все были настолько взволнованы и испытывали такие интенсивные эмоции, что никто уже друг о друге не думал, просто каждая девушка побежала в лес. They reached there, where Shri Krishna was standing. So Sayatra Kanta. Kanta means who is the most bosom to their heart. They reached to their Kanta. Very beloved person. И они прибежали к тому месту, где стоял
Кришна. И тут он обозначается словом Канта. Самый, тот, кто ближе всего сердцу, самый родной, самый любимый, это Канта. In Jamnal Kundala, their kundal, their earrings was moving. И серьги гопи, они раскачивались из стороны в сторону. As they were afraid that while the jewels, those was kept in the chest house, chest room of their heart, they are not safe. Then we earrings are very outer. So this will be stolen without any effort, but very easily. So there was effort and there was moving. Trembling. Серьги гопи дрожали от страха, потому что они поняли, что так как уже сердца их хозяек были разграблены, что был украден Вивек, и Ладжа, и Дания, а серьги-то легко украсть, они снаружи, если сейф обокрали, то уже их точно украдут, и поэтому серьги в Раджа-гопи так взволнованно дрожали от страха. So why a belt that is or an ornament that is kept in the chest house, that is kept in very safe, even then it is not safe. Then this ornament, this garland will be broken while they will meet to Shri Krishna. Then this bangle will be broken. This heart, this garland will be broken, and this kundal that will be also be became out of their ears. То есть серьги, браслеты, ожерелья уже поняли, что они очень уязвимы, что если уже обокрали все сокровища, которые были под 10 замками в сейфе, то теперь им тоже придется туго, так как во время встречи с Кришной все они обломаются, выпадут, примнутся, потеряются. So Jamnal Kundala as a theft was being done, theft took place, as the little children, they became little infants, they became very much afraid, and they started to shout, they started to beep, and they started to tremble in the same way. While such a theft was not done, then the kundal was just being very much afraid, and they was подобно тому, когда во время кражи, когда дом кто-то грабят, и маленькие дети, находящиеся там, начинают от ужаса и страха пищать, визжать и плакать. Вот серьги Браджа-гопи таким образом все рыдали, пугались, визжали от страха и дрожали. But even the gopis was having such the dare that when the theft took place, they rushed to the thief and they reached to the Shri Krishna. Гопи были бесстрашными, несмотря на то, что они были свидетельницами кражи, они не устрашились вора и помчались за ним в догонку и добежали до Кришны. So Shri Shukdev Goswami was there already, and he seen that my swamini are coming, my masters are coming. И Шука Манджири уже была там, и она увидела, что мои повелительницы уже приходят, прибежали сюда, свамини. Шри Банши is the best duty. Флейта — это лучший посланник. There is two types of duty, messenger. One type is Sandeshari, and the other is Nisushtartha duty. Есть два вида посланника: Сандеш Хари и Нисиштарта Бхути. So Сандеш Харини, that means who only carries the message and convey to the person to whom that Сандеш is, that message is given. Сандеш Хари — это тот, кто просто приходит с посланием и пересказывает или приносит это письмо, или просто так
пересказывает то, что ему нужно донести. But that duty is not that duty is not so perfect. She is not so clever. The second duty or second messenger, that is the best. And she is called Mrs. Tartha Duty. То есть вот такая Сандеш Дари Дути, посланница, она не самая умная, она просто повторяет, что ей сказали, и передает. Но есть еще более лучшая категория Дути, более смекалистая и умная. Сэштапа Дути, Нишиштарта Дути, Нишиштарта. Until the work is completed. Такая посланница не сдается до тех пор, пока свою миссию она не исполнила. Она неостановима. She does not stop, only conveying or giving the letter to the person. She never thinks that my duty is finished. She will do the attempt that the work should be accomplished fully. То есть такая посланница, она перфекционист. Она не остановится на том, чтобы просто передать послание и считая, что на этом мое дело закончилось, я пойду домой. Нет, она будет добиваться своего, чтобы ее миссия была полностью успешной. And result should come. Result should come. His whatever action she has done, its result should be seen. Она дождется результата, то есть она должна повлиять на того, кому она пришла с сообщением, таким образом, чтобы видеть результат на лицо, что она добилась своего. So this is to mean she will make the work complete. So she is called Nishishta Artha Duti. Nishishta. That means his purpose is fulfilled. Artha – это цель, то есть она закончит дело всегда, каждый раз, когда ее посылают на миссию. So Banshee is the best duty. Ramsi – лучшая, флейта – это лучшая дути. Who accomplishes work up to the end. Она до конца делает свою работу. So, Shri Brijgopakarna found the message of Shri Krishna and they rushed to Shri Krishna. И поэтому флейта сделала свое дело, и в Раджа-гопи теперь прибежали все к Кришне. They have left 10 types of works. Гопи оставили позади 10 видов работы, дел. Normally, this is a proverb. Das kaam chhod karke kaam karo. That means leave the 10 works and do this work. That means this is the most prior work and this work should be done. То есть в Индии есть такая поговорка, суть которой оставь 10 других дел, чтобы сделать это дело. Это указывает на приоритет, на важность того, что нужно сделать. Что ради этого можно оставить 10 других дел. So here, she should be describing that Shri Brijgopakarna left the 10 types of works. Шукадева Госвами описывает, что Гопи Каган, девушки, бросили 10 видов дел ради того, чтобы побежать в лес. That means they left everyone for the sake of Shri Krishna. Чем бы они ни занимались ради Кришны, они оставили все. She should then be describing Dvantyo Vyo Kashi Dvam Mitva Samutsuka Payodhim Shrutti Sanyavam Mandur Vasya Parayam. The first part is they was milking the cows. But Dvantyo Vyo Kashi Dvam Mitva. They left the milking of cows. Кто-то забросил дойку коров. These are Shruti Chari Gopi. Это Shruti Chari Gopi. The work of Shruti or Ved is to give the nectar of a Shastra. So they are Shruti Chari Gopi and they have the main work of milking the cows. То есть вот это удел Shruti Chari Gopi доить коров, потому что удел Shruti Ved это давать нектар наставлений всем. И вот в Лиле они, это их главное занятие, они доят. In this way, they left their jatikan, the work that is of their caste. То есть они бросили джати, работу, предписанную их касте, то есть их главное занятие. They are gopis,
And Gop Jati, the main work of a main karma of Gop Jati is of a protecting cows and milking the cows. Главная карма в жизни Джати карма Гопи и пастушек это доить коров, служить коровам, ухаживать за ними и доить их. Это главная задача в жизни. So doham karomi yev kashchit doham mitva. They even left the milk. Они даже забросили, просто оставили молоко. That means the milk is the birth of a goat. He cannot leave the belt, but Gopkaran left the milk even. That means his whole property, his whole belt, they are living for Shri Krishna. Молоко – это артха для пастухов, то есть это все для них. Это их состояние. И то, что гопи оставили молоко без присмотра, это тоже указывает на то, что они пожертвовали всем, что у них есть для Кришны. So that means, Dvantrava Yogkashya Dvamitva. They left their belt, their all property for Shri Krishna, and they are not caring of any other thing. То есть бросили свое состояние, свое богатство ради Кришны, не думая ни о чем. These gopis are Devi. Devi? Yes. Это категория гопи Devi. That category is Devi. The Devis who have done austerity of for getting Shri Krishna, and they get the gopi Devi, and who born in the form of gopi. Such the Devis are living the whole world. То есть вот эти деви, богини, которые совершали аскезы ради того, чтобы оказаться в лилах Кришны, они получили формы гопи, и вот это они бросили они бросили молоко и убежали к Кришне. It can be understood in this way that Shri Brijgopikaka has two types. Нужно понять, что братья гопи, вриндаванские пастушки, делятся на три вида. The gopis, those are participating in ras. They are of three types. То есть три категории гопи, которые приняли участие в раса лили. One gopis are nitya siddha. Одна категория это нитья сидха. That means they are not getting the gopi deh due to any sadhana. They are different to Shri Krishna. They are the part of Shri Krishna. They are the avlati shakti of Shri Krishna. То есть нитья сидха это вечно совершенные гопи. Они не получали вот этот облик гопи благодаря какой-то духовной практике или милости или чему-то. Они вечная, неотличная часть Шри Кришны, проявление его хладини шакти. Это вечные возлюбленные Кришны. Эшри Радхарани, Эшри Чандравалити, Лалита, Вишакха, these are нитья сиддха гопи. Радика, Лалита, Вишакха, Чандравали это нитья сидха, вечно совершенные. They have not got the gopi deh due to any sadhana, due to any practice. Они не стали гопи у лила Кришны благодаря какой-то практике садхане. They are alabni shakti of Shri Krishna, and that is very much natural, nitya shakti. Это их естественное положение вечное, что они возлюбленные Кришны, это проявление его хладини и шакти. And other all gopis will be in the command of Shri Radharani, and they are good leaders. И все гопи подчиняются Шримати Радарани или изначально подчиняются своим ютешвари, своим лидерам своих группировок, к которым они относятся. The other gopis are sadhan siddha. Также есть категория садхана сидха гопи. That means they have got the gopi deh due to their sadhan. They have done tap, austerity. They have done very sadhan, and by that having the being benedicted, they got the form of a gopi. То есть это категория гопи, которые обрели вот эти формы пастушек в раджа благодаря своей духовной практике аскезам тапы
и садхане. These gopis are also of two types. И вот эта садхан сидха гопи категория тоже имеет две подкатегории. One садхан сидха is муничари, and other is шрутичари. Муничари гопи и шрутичари гопи. The муничари гопис are those are in their previous life they were муни, as the муни in Дандакаранья-васи. In that way, the other munis who was doing the austerity, who was doing the tap, and by tap they are worshipping Sri Gopal, and Gopal is giving him benediction, and then they got the form of a gopi. То есть муничари гопи это те девушки, которые обрели эти тела гопи, будучи муни мудрецами. В прошлых жизнях, такие как мудрецы Дандакарани и другие муни, которые совершали многочисленные аскезы, молились Гопалу, и Гопал дал им вот эти формы в своих прокатлилах, формы гопи. Such type of gopi may be of, so they had the many qualities, many groups. И такие гопи делятся на многочисленные группы. As it is described in Padma Purana, that while Shri Ramchandra ji was going in the forest for 14 years, and he was Banovas, he got the Banovas, then some Rishigan saw Shri Ram in Dandakaranyavan. Падма Пурана описывает, что когда Господь Рамачандра жил 14 лет в ссылке в лесу, однажды в лесу Дандакарани он повстречал мудрецов. The Rishi saw Shri Ram and they became very much extinguished. They were, the Rishis were the upasak of Shri Gopal and they saw the resemblance of Shri Gopal in the face of Shri Ramchandra. И вот эти мудрецы, которые совершали свою практику в лесу, они были упасаками, преданными Гопала. Но Господь Рамачандра сильно внешне напомнил им их Иштадева Гопала. And thinking that he is my Gopal, they rushed and they want to join with Shri Ram. И так как они поклонялись Гопалу, и увидев Рамачандру, они приняли его за Гопала и бросились к нему, чтобы обнять его, думая, о, это мой Гопал наконец-то пришел ко мне. But Shri Ram told, no, I am not Gopal, I am Ram. And I have only love with Shri Janakiji. I cannot accept any other person. As my beloved. То есть эти мудрецы культивировали лишь романтическую любовь к Гопалу, и приняв Рамачандру за Гопала, они бросились к нему, но Рамачандра остановил их и сказал, вы ошиблись, я не Гопал, я Рамачандра, и у меня лишь одна возлюбленная, это Сита Деви. I am following ek patni brat. У меня эко... I cannot accept you. Потому что в этой жизни я дал клятву окопать неврата, что у меня будет лишь одна супруга, поэтому я вас принять не могу. So you can, you have to wait, and while I will take the incarnation of Shri Krishna Chandra, then you will meet me. You will meet me. Вам придется подождать встречи со мной, когда я приду в облике Кришны, тогда вы сможете быть со мной. In this way, they got benediction from Shri Ramchandra, and doing their austerity, they doing their tap. At last, in Krishna Swarup, they born in the form of from the wombs of any gopi in Brijvasi. They took birth in Brij, and then they met to Shri Krishna. И вот эти мудрецы, которые получили благословение Рамачандры во время его лил. Позже получили уже во время прихода Кришны на землю, они родились в семьях гопи во Врадже и получили тела Враджа гопи. So they are sadhana siddha rishichari gopi. И вот они как раз категория садхана сидха ришичари. In the same way,
while she Ramchandra went to marry Shri Janaki ji in Janakpur, all the ladies of Janakpur was attracted to Shri Ramchandra. И когда Господь Рамачандра Рама отправился в Джанакпур на Свайанбару Джанаки Ситы Деви, то все девушки, придворные девушки, они сразу влюбились в Рамачандру. So being one, ek patni vrt, Shri Ram does not notice them. Но Рама даже не обратил на них внимания, потому что он полностью предан, принял экапатни врат, у него будет только одна возлюбленная. And they also did the austerity. And after that, they got the gopi there, and in Krishna Swarup, they also met Shri Krishna. Но эти влюбленные девушки, они все равно не сдавались, они совершали аскезы, и в будущем уже в лилах Кришны они тоже обрели тела в Раджа-гопи. So they are also sadhan siddha rishichari gopi. И они тоже sadhan siddha rishichari. In the same way, when Shri Krishna in the previous kalp went to Shri Hastinapur, or Shri Krishna went to the Vidhanagar to marry Shri Rukmani ji, and there Kundanpur Vasi, all persons, all ladies of either of Mathura, either of Hastinapur, or either of Shri Kundanpur, they all saw Shri Krishna and they became very much attracted to Shri Krishna. Но также, когда Кришна являл в предыдущую калпу свои лилы, прокат лилы, и когда он пребывал в Матхуру, или Хастинапуру, или в Кундину, когда он отправился похитить Рукмини, то все другие девушки, принцессы там и из аристократических семей влюблялись в него тоже. And having the greed to get to meeting with Shri Krishna, they also did austerity, and then they became, they took birth in Briji. And then they met Shri Krishna. Yeah. On the next, in the next kalpa. То есть вот эти Матура, Рама, они все различные принцессы, девушки всех этих городов влюблялись в Кришну. Все хотели быть с ним, и тогда они тоже начинали совершать аскезы, и уже в следующую калпу во время явления Кришны они получили тела пастушек в Раджа. So these all are Rishichari Gopi. They have done in their previous life. Very austerity, and now they have got the result, and they have got the gopi day. То есть это все категории ришичари, то есть те, кто совершали аскезы, чтобы достичь вот этого рождения в лилах Кришны, форму гопи, они совершали садхану, аскезы, и все они относятся к этой категории садхана, сидха, ришичари или муничари, это синонимы. So actually, they are not aladni shakti. Они не являются. But by the kindness of Shri Radharani, they got the Aladni Shakti Swarup, and then they met Shri Radha Krishna. То есть, в отличие от Нитья Сидха Гопи, они не являются проявлением Хладини Шакти Кришны, но по милости Радики они получили вот эти сварупы Гопи и смогли участвовать в лилах Кришны. So these are Ришичари Гопис. Итак, мы обсудили категорию Ришичари. Rishi Munchari is same. Rishi, either we say can be Rishi or I can say Muni. Rishayo Mantra Dishtara, who knows the essence of mantra, those are called Rishi. And Muni means who have the mom and who have controlled their senses from the worldly things. They are called Muni. So Rishi and Muni, they are two ways of Риши и Муни это синонимы. So the second form of sadhana siddha is Shrutichari Gopi. Вторая категория sadhana siddha gopi это Shrutichari Gopi. So thus I have described the Munichari Gopi. Now I am going to describe the Shrutichari Gopi. Подобно тому, как я подробно вам объяснил категорию Муничари, сейчас я объясню вам категорию Шрутичари Гопи.
The Shruti is always coming out of Shri Krishna and it is there manifesting from the mouth of Shri Krishna. Sometimes Shrutis are manifesting from the wings of Shri Garuda. Веды, Шрути, они всегда происходят от эманации самого Кришны или они появляются под взмахиванием крыльев Гарудаджи, Шри Гаруды. So, this Shruti sees, these Shrutis see that Shri Krishna is the most sweet И Шрути знает, что Кришна это самая сладкая ипостась Бхагавана, что они знают его сладость. So they became very much interested in Shri Krishna. Они заинтересованы. They want to relish the sweetness of Shri Krishna. So they also did tap and then they got the form of Шрути очень заинтересовались Шри Кришной и решили тоже совершать аскезы, чтобы обрести формы, в которых они могут общаться с Кришной, вкушая его полную сладость. И таким образом они тоже со временем получили формы в Раджа-гопи, в Пракат-лилах. First of all, the Gayatri. Gayatri is called the mother of Gayatri. Gayatri mantra называют Веда-мата, мать Вед. She also did the austerity and then she also got the form of a gopi. Она тоже совершала аскезы и обрела форму гопи. In the same way, other Shruti, they also saw the Raslila in previous kala, the Raslila of Shri Krishna. And seeing Raslila, they became so much anxious that let us get this beauty. If we are became the gopi, then we can relish this beauty. So they became very much anxious and they also did the austerity. And after that, they got the gopi day. И предыдущую калпу Шрути, Веда, они тоже, они увидели Раса-лилу Кришны, и они так пленились этой сладостью, романтикой лил Кришны, что им захотелось тоже поучаствовать в этих лилах, и они усердно совершали аскезы и садану, чтобы обрести вот эти формы гопи. In Shruti Stuti of Shrimad Bhagavat, in the 87th chapter, Shri Shruti Sadh is praying Shri Krishna. Nirvrita Manon Manoksh Dhrida Yoga Yujo Hridayan Munay Upasate Tadar Yoga Yayus Marana Sri Urigendra Bhog Bhujrang Vishakta Diyo Vaya Makite Samah Sam Dishong Saroj Sudha. That means, O Shri Krishna, you are so much liberal, so much kindful that you give the salvation even to your enemies. В 87 главе 10 песни Шримад Бхагавата там есть Шрути Стути, это молитва олицетворенных вед, в которых Шрути говорят: Кришна, ты настолько великодушен, и у тебя такое щедрое сердце, что ты даешь мокшу, освобождение даже своим врагам. The moksha is a very valuable thing, and it is very rare. And it is given to those persons who have controlled their all senses. Мокша — это нечто редкое, это величайшая награда, которая дается тем, кто обуздал свои чувства и совершал много аскез. But this is the glory of Bhavma, that if a person have any relationship, bhava relationship, emotional relationship with you, then he can get the moksha. Но твоя особенность, Кришна, заключается, особенность Бхагавана заключается в том, что любой, кто испытывает какие угодно эмоции по отношению к Кришне, он получит мокшу. No consideration that that relationship or that bhava is of love or hate.
Кришне не важно, его любят или ненавидят. Главное, чтобы там была эмоциональная самбанда с ним у кого-то. И тогда такая личность может получить мокшу. The demon person has the relationship, bhav sambandh of hate, of enmity. Потому что демоны, как это, что они испытывают по отношению к Кришне? Ненависть, враждебность. So even having the adverse relationship, they got moksha. Даже относясь к нему так негативно, они все равно получили мокшу. Then what saying of the relationship that is based on love? То тогда веды задаются вопросом, какой удел ждет тех, кто относится к тебе с любовью. That means if a person has relationship with Shri Krishna of enmity, then he will get moksha. But if he has the relationship of love and service, then he will not get the moksha. But he will get something more, more important. То есть веды говорят, если кто-то ненавидит Кришну так постоянно, хронически, как вот эти асуры, то они получат мокшу. Но тот, кто служит Кришне постоянно с любовью, то, конечно же, Кришна не будет давать им такую незначительную награду, как мокша. Их ждет что-то гораздо большее. If Shri Krishna gives the moksha to both persons, to his loving persons as well as to his enemies, then there will be a defect in Shri Krishna, that Shri Krishna will be considered that he has no discretion. He is a person who has no discretion. So this will be a defect to Shri Krishna. So Shri Krishna is not like that. Было бы некрасиво со стороны Кришны давать мокшу своим лютым врагам, демонам, и своим любящим преданным. Это было бы дошей в характере Кришны, то есть изъяном сильным. So if a person is loving Shri Krishna, he is doing service of Shri Krishna, then Shri Krishna will give him the service, the seva, not only moksha. Потому что это было бы безрассудством каким-то со стороны Кришны так делать. Но так как Кришна очень разумный, и когда демоны получают мокшу, а любящие преданные получают величайшую награду, севу. But the result of moksha, that is naturally achieved by him also. Мокша это побочный, то есть тот, кто получил севу, мокша уже подразумевается, это нечто побочное совершенно. That means a servant of Shri Krishna will automatically get the rid from tribute and the calamities of worldly things. То есть слуга Кришны автоматически освободится от влияния трех гун и всех клешей, это уже включено в пакет севы. But Shri Krishna will not give the only moksha. If he gives moksha to his enemy as well as to his lover, then it will not be proper and it cannot be held. Было бы как-то некрасиво со стороны Кришны давать мокшу и врагам, и любящим преданным. So nirvata marun manoksha dhriyogiyo hridayam munay opasate tat aryom yeyu smarana. So Krishna has the discretion that he is Ari, so he will be given moksha due to the emotional relationship with me, the relationship of enmity with me. But the other person is not having the enmity, he is having the love, so Shri Krishna will give him the sevasya. Вот это то, что позволило асурам получить мокшу, это именно их эмоциональная самбанда с Кришной, что их эмоции, ненависти и так далее были очень интенсивными и постоянными. Поэтому Кришна дал им мокшу, все равно так как у них были какие-то отношения. А со своим преданным он дает севу. In previous kalp, Shruti is seeing that Shri Krishna is playing in ras and gopis are having the sweetness of Shri Krishna, relishing, experiencing the sweetness of Shri Krishna. So Shruti becomes very much eager that can we get such type of fortune and we can get the sweetness of Shri Krishna. So they also
did tap austerity, and then they got the gopi day. Так как предыдущие калпи, веды, шрути, они подсматривали за тем, как проходит расалила, и они очень заинтриговались вот этой возможностью испытать ту сладость, которую испытывают гопи, общаясь в своих романтических отношениях с Кришной во время расалилы. Им тоже захотелось вкусить эту сладость, и они с готовностью стали совершать аскезы, чтобы умилостивить Кришну и получить гопи-дехи, тела гопи в следующей лиле. It cannot be said that if Shruti has got the salvation or got the Gopi Deh, then all Shrutis has of or the most of the Shruti has got the Gopi Deh, then there will not be the number of Shrutis will remain very much low. It cannot be said. Вы не беспокойтесь, не думайте, что так как веды стали гопи, то истощились сами шрути, что их стало меньше. Вы об этом не волнуйтесь. Там их ряды пополнились. Because from the breath of Shri Krishna, с дыханием Нараяны, all the shruti is coming out. Что шрути исходят из дыхания Кришны или Нараяны. So one group of shruti got the form of gopis, but other shrutis are being incarnated and they are also desiring in the same way as the previous shruti has desired. То есть они как партиями, как делегация шрути, одни получают формы гопи, а их ряды пополняются новыми шрути, и потом они опять снова в будущем совершают аскезы, чтобы стать гопи. In this way, this chain is going on. One shruti are getting the gopi day and other shruti is incarnating there, and they are also desiring, and in this way, Shrutis are always eager to get Rasleela with Shri Krishna. Это цикл такой, вот так он пополняется в Шрути, то есть одна Шрути получает Гопидеху, и ее место занимает следующая Шрути, которая появляется из дыхания Господа. И снова цикл повторяется. So, Istri Origen, the Bhog, Vijdan, the Vishakdiya, this Brijgopikaga is resting your arm on their soldier, and your arm is just like a body of a snake. So, it is very beautiful, and it is resting on the soldier of Brijgopikaga. And we, Shruti, while see this beauty, we also became very much eager, and we also want to have this experience, and then we do austerity tap, and we are brought by the kindness of Shri Yogmaya, the Gopi Deh. Вот Шрути рассказывают, что мы в своих молитвах, они поведали, что мы Панугати Гопи, мы когда увидели, что как твои крепкие руки обвивают плечи гопи, и твои руки похожи на таких огромных красивых питонов, и нам очень захотелось тоже оказаться в твоих объятиях, и поэтому, следуя примеру гопи, мы стали совершать аскезы, чтобы тоже стать твоими возлюбленными. No, they are not, though they are Swarupshakti, they are Swarupshakti, but they are not gopis, even they are not gopis. So in this way, these are two types of gopis, one is Nitya Siddha, and the other is Sadhan Siddha. То есть мы четко провели категории Нитья Сиддха и Садхан Сиддха Гопи, и Шрути Чари относится к Садхана Сиддха категории Гопи. Third type of gopis, those are participating in Rasleela, those are Devi. И вот третья категория гопи, которые участвуют в лилах, это Деви, богини. And now we will discuss on this. Третья категория Садхан Сиддха это Деви. Why Shri Krishna was in the garbha of Shri Devi Devaki ji, and all persons came there, all deities, all devata was praying. At that time, Shri Brahma ordered to all devis that you took birth
in Braj, and you also serve Shri Krishna. Когда Кришна находился в лоне Деваки, и все деваты пришли вознести Гарбастути, молитвы Кришне, и Господь Брахман наставлял всех деват, он сказал всем Деви, богиням, вы должны начать рождаться в семьях на земле и рождайтесь в семьях пастушек, во Враджи. Soon Shri Krishna will take incarnation as Shri Krishna in his full form, in Purna Swarup. And if you want to serve Shri Krishna, you should take your birth also in the form of a Vrijvasika. То есть очень скоро Кришна родится на земле в своей Пурна Сварупе, и у вас будет шанс служить ему. Если вы хотите служить, поскорее рождайтесь в семьях Враджаваси. So some are very fortunate for Devis, they took incarnation in Braj. Самые удачливые деви, они родились в семьях пастухов во Враджи, пастушками. These gopis are of three types. Эти богини делятся на три категории, трех видов. Some devi has had done the sadhan or tap in Swayam Graha Upasana, that I am Radhika. То есть вот одна категория, некоторые из этих деви, полубогини, они совершали упасану, как будто бы они сами, то есть как на себя, как объект поклонения, это была Радика, но они считали, как проецировали, что я и есть эта Радика. Some devi was doing austerity tap, that I am Lalita. Некоторые совершали садхану и аскезы, считая себя Лалитой. I am Chandavali and so on. So who did the, who has done the austerity, that I am the gopi. Their sadhana is Swayam Graha Upasana. I am the same. Swayam Mahangra Upasana — это вид садханы, когда мы проецируем себя, считаем себя там, допустим, вот там Радикой, Лолитой, и что, проецируем себя на вот эту вечного парикара. Вот это некоторые богини совершали такой вид садханы. So while Shri Radharani or Shri Lalita, Vishakha, Chandravali, they took birth in Braj, then those gopis, those devis also took the birth, merging into Shri Radharani or Shri Lalita Devi there also. И так как вот объект их медитации был, допустим, Лолита или Радарани, то во время вот этих прокат лил, эти гопи, эти деви проявились, как слились с телами Радарани и Лолиты. Они стали частью их во время этих лил. But it is possible only in prakat lila, not in golok lila. Да, они вместе с ними не отправятся в духовный мир, в нитя лилы. То есть это возможно только в прокат лилах, когда лилы, аватар лила проходит на земле, вот это слияние возможно с объектом своей упасаны. In avatar kal, such magician is found, but without avatar kal, such merging is not found. Вот это возможно только во время проявленных лил, когда Кришна приходит на землю, вот такое слияние с объектом своей медитации, оно возможно на время, на течение вот этих лил. So, in the prayer of Shri Radharani, it is said that Sarva Lakshmi Mai Sarva Kante Sammohini Para Devi Krishna Mai Prokta Radhika Sarva Devata. Every Devi is you. That means some of the Devis are also merged into Shri Radharani. То есть в молитвах Радики говорится, что ты все Деви, что то есть тут тоже одно из значений, что некоторые Деви проявляется в Радике во время прокат лил. Они сливаются с ней. So in this way, this is the first swarup of Devis who have done the sadhan of Swayam Graha Upasana and they merge into Shri Radha. То есть вот эта категория своей Ахан Граха Упасана Деви, которые совершали вот такую практику, и они слились с Радарани в этой лиле.
there may be a slight difference of their sadhana. Могут быть различные нюансы, различия в их садхане. Some of the gopis, some of the devis are doing sadhana as a swayamrupasana. But their sadhana is mainly based on daivi upasana paddhati. So they will not get merging with Sri Radharani. They will get merged with Satyabhama in Dwarka. То есть некоторые деви, которые совершали свахангра упасану. What was the second term? Satyabhama in Dwarka. No, no, before you said they were also doing something. Their sadhana is based on Vaidhi Bhakti. There is two types, Vakranuga Bhakti and Vaidhi Bhakti. So they are not doing, yes, they are not doing the Bhakti. Their sadhana according to the Raganuga. They are doing the sadhana according to the Vidhi Mark. I just misheard the word. I heard it. Now I heard it. То есть, если они свахангра упасану совершают, проецируя себя на объект упасаны, но при этом практикуют Вайди Бхакти, то они даже не сольются с Радарани, а скорее всего они окажутся в Двараке и проявятся в телах Рукмини или Сатьябамы или какой-то из цариц. То есть Вайди Бхакти даже во враджах не приведет. So we are leaving that. We are only talking of those persons, those Shruti, those devis who is doing their sadhana according to Ragmar. And even having Ragmar, they are doing the Angrahopasana. If they are doing Angrahopasana, then they are merged into Shri Radhara. То есть нас не интересуют сейчас другие категории, потому что мы фокусируемся на раса лили. И в контексте раса лилы тут оказались только деви, которые совершали вот это ахангра упасану в стиле Рагануга Бхакти. И они смогли слиться с телом Радики или других главных, как лалит. The second category of devis who are participating in ras. The second category is of those devis who are doing Shri Aradhana of Shri Krishna, but not having the Swayamrupasana. But they are taking the shelter of Shri Radharani, but they want to become heroine themselves. That means they are doing sadhana as Nayaka by the kindness of Shri Radharani. И вторая категория деви, которым посчастливилось принять участие в раса лили, это те, кто совершали упасану, поклонялись Кришне, но принимая покровительство Шримати Радики, но все же желая быть независимыми героинями, наяками. То есть они хотели личной встречи с Кришной, но при этом они почитали Радику. So they will get the birth as gopi, separately. Not merging in Radharani or in gopi, but they will get the, their такие деви уже не будут сливаться ни с Радарани, ни с другой гопи, они получат отдельную свою дейху, тело гопи. And they will be a separate heroine, separate Nayika. И они станут независимыми, сами станут героинями, которые непосредственно встречаются интимно с Кришной. The third category of those devis is who did the austerity, tap, but always requiring, always desiring that we are the subordinate of Shri Radharani and we will get the subordination of Shri Radharani always. So they get the their lives, their birth in Briji as the Manjulika. И также третья категория деви, богинь, которые совершали упасану, они уже, совершая свою садану и аскезы, они мечтали лишь только о том, чтобы стать служанками Шримати Радики. И такие деви получают тела манджари в этой лиле. So in conclusion, the devis are of three types. Три категории деви. One category is who have done their austerity as Swayamrupasana and they are merged into the gopis, Yudheshwaris.
Первая категория, которую свои Ахангра Упасана совершали в стиле Рагануга Бхакти, и они сливаются с телом одной из главных гопи. The second is who have taken the shelter of Sri Radharan, and by the kindness of Sri Radharan, they got the gopi deha, but they are getting the separate deha, not merging into the Yudheshwari, and they are also participating as a separate self heroine. Также вторая категория деви, которые совершали упасану Кришне, но заручаясь благосклонностью Шримати Радарани, принимая покровительство, но жажду быть независимой героиней Кришны, такие получают тела гопи и участвуют в Расалиле на правах наек, героинь. Their upasana is ragatmika upasana. So they are getting the gopi day. Ragatmika upasana они тоже совершали и получают тела гопи. But the best devis are those. The best, they are getting the best result. Those devis are getting the best result who have did the sadhana according to the Raganuga Marga, and they always desiring to be in the servant of Sri Radharan, the manjari of Sri Radharan, and they also get the manjari swarupa. Но самые удачливые деви, это которые совершали упасану в настроении Пали Даси, служанок Шримати Радики, они обрели формы манджари в лилах. So by Swayamgara Upasana they will merge into Radharani. By Ragatmika Upasana they will get the separate heroine form. And by Raganuga Upasana they will get the manjari form. By Raganuga Upasana? Manjari form. By Raganuga Upasana Manjari, by Ragatmika Upasana, Raganuga and Ragatmika, by Ragatmika Upasana they will get heroine form, and by Swayamgara Upasana they will get То есть те, которые совершали свою хангру упасану, они получили слияние с формой Радики или другой главной гопи. Те, кто совершали Рагатмика упасану, они получили тела наек, героинь в Расалиле. И те, кто совершали Рагануга упасану, они стали манджари Шримати Радике. Это все понятно. So conceptually very much clear. They got the three forms and they all are devis. Yes. But these devis are Trasa Shakti. These devis are Trasa Shakti. They are Amuji. Yes. So давайте не перебивать поток Харикатхи, это очень неуважительно. So in this day, these gopis are also serving and they are living. So these are three types of gopis: Swarup Siddha, Sadhan Siddha, and Devis. Swarup Siddha, Sadhan Siddha is of two types: Munichari and Shuchari. And Devis are of three types: ones who have merged into Shravani or other gopis, the other who has their separate identity. And the third, they have their identity as the dasi or manjari of Sri Radharani, and they are serving. And they all have left the 10 types of works. So don't give me your question, and we will continue it on that. Итак, Shri. Those who are merged, when Hatha-chakra is over, they come out. Yes. Then they will come out, and because they have relish, so they will do the sadhana, and wherever the avatar, either they can merge wherever the avatar is going on, because avatar is in there are so many cosmos, so many Brahman, so they can go to that avatar. Otherwise, if they are saturated, then they will do the sadhana, and by doing sadhana, they will get Guru Dhyana. So, after, at last, they will get Guru Dhyana.
and get the separate form. Мы услышали объяснение. Just wait, please. Мы услышали объяснение о всех гопи, которые прибежали на Расалилу, оставив 10 вид дел дома ради того, чтобы оказаться рядом с Кришной. Мы услышали объяснение того, кто такие Нитя Сидха гопи, кто такие Садан Сидха, и также их категории Муничари, Шрутичари и категория богинь, которые получили рождение, и разные виды гопи-дех в зависимости от садханы и упасаны, которые они совершали. Те, кто проецировали себя на объект своей упасаны, как Радику или Лалиту, они слились с их телами во время этой лилы. Но они не остаются навсегда в их телах. После того, как прокат лила завершается, они отправятся или в другую вселенную, где идет прокат лила, или если со временем они станут серьезными и захотят заниматься серьезной садханой, они тогда смогут получить уже индивидуальную деху гопи в последующих проявлениях Кришны. И также мы услышали о тех деви, которые совершали рагатмика, упасану, и они но хотели независимых, то есть прямых отношений с Кришной, они стали наиками. И также самая удачливая группа богинь, которые стали служанками Шримати Радики, так как они совершали Рагануга Бхакти, полностью принимая прибежище лотосных стоп Шримати Радики. И на этом мы уже сегодня заканчиваем. Мы продолжим завтра. So, the time is very short. Времени мало у меня. Even then, some short questions. Только короткие вопросы, пожалуйста. Not understood. Not understood. Их саданы. He is asking, at which time did the devis and munis, at which point were they doing their sadhana? During Krishna's lila avatar time or in their lives in other times? Not understood. Ха-ха, мы не... Their sadhana will be done on this earth. They have to come on this earth. They will take the birth. They will come on this earth and then they will do sadhana. Not in heaven. But in heaven. Они должны родиться на земле, чтобы совершать садхану. Они, богини, не остаются там на сварге, чтобы совершать садхану. Они должны родиться и тут совершать садхану. Но не обязательно во время, то есть во время прокат лилы они получают уже гопи-деху. Но до этого они должны совершать садхану на земле. Manjari is also of two types. One manjari is... Он спросил, существует ли садан ситха манджари. One manjari is... Мы надеемся. As Shihup manjari, Rat manjari, these are Nityasattva manjari. And a person like me or our Gurudev, they are Sadhasattva manjari. They have got the manjari swarup by performing. То есть есть Нитя Сидха Манджари, Рупа, Рати Манджари, а, например, я стремлюсь обрести это с помощью садханы, чтобы стать садханой. То есть садхаки, мы все пытаемся, надеемся на эту категорию садхан сидха, Рафаэль. Yes, ordinary Tattvastha can also be sadhana. The person that can be all the world. So, actually saying the Munichari, they are ordinary persons. they are the category is the same. They are the ordinary persons. Like Munichari тоже живы, как мы. Not Muni, but they are, then, yes. So, they are. So, so in this day, at last, наконец-то. Do one appeal to you all persons. on 8th November, you are all cordially invited to have darshan of Sri Madhumanji. We have a very beautiful seva
from our ancestors, and it is coming about 250 years continuously. The Ashtayam Seva is being done in our house. We are doing it, so you are all cordially invited to help. And the Ankur Utsav will be performed at that time. And if any person want to give any subscription in that Ankur Seva, that's also welcome. But you are all cordially invited to have the darshan and be very much fortunate by seeing having the darshan. Мои друзья, 8 ноября 8 ноября состоится Анкут Махотсава, и я хочу пригласить вас всех прийти ко мне домой на даршан нашего божества, поддерживая, следуя семейной традиции, уже больше 250 лет мы совершаем Аштаниям Севу, и там будет большой праздник. Если кто-то хочет сделать подношение для Анкут Махотсава, мы приветствуем это. Если вы не можете сделать подношение, не сейчас, мы позже отдельно сделаем, то тоже все равно я всех приветствую и обязательно посетите этот очень прекрасный даршан, и мы будем рады видеть вас у себя дома. From 2 p.m. to 6 p.m. Приемные часы с 14:00 до 18:00. Govinda Jai Jai Gopal. Это все идет на записи, которые...